Очередное возгорание автомашины произошло накануне в микрорайоне Наурыс на улице Байтурсынова. Здесь, возле одного из частных домов, загорелся припаркованный автомобиль «Peugeot». О происшествии пожарным сообщили жители улицы. По тревоге к месту возгорания выехали две пожарные автомашины и 10 человек боевого расчета. К моменту прибытия борцов с огнем автомобиль был полностью охвачен пламенем, в том числе бензобак. Пожарные в считанные секунды развернули рукава и приступили к тушению. Главная задача, стоявшая перед ними, не дать огню переместиться на близлежащие здания. В результате пожара автомашина практически выгорела, но пламя удалось остановить и соседние постройки не пострадали. Сейчас причины возникновения огня выясняют дознаватели управления ПЧС города Шымкента. А вечером примерно в 7:20 аварию полицейские зарегистрировали на углу проспекта Толкихана и улицы Адырбекова. Здесь столкнулись автомашины марки Hyundai, внедорожник Санта-Фе и малолитражка Hyundai Getz. По словам очевидцев, джип двигался по Толкихана, направляясь к парку Победы, и стал поворачивать налево на улицу Адырбекова, не пропустив легковушку, двигавшуюся в противоположную сторону по Толкихана. Столкновение произошло в центре перекрестка, в результате чего серьезные травмы получила женщина, управлявшая Hyundai Getz. Ее врачи доставили в больницу скорой медицинской помощи. Обе автомашины в результате аварии получили серьезный материальный ущерб. На место происшествия спустя 30 минут прибыли полицейские, которые сейчас выясняют точные причины этого ДТП. Хозяйка нету, да, здесь, да? Отсутствует, да? Почему ее не можем взять? Страховой тоже отсутствует. Что я сейчас при проверке. Давайте поедем с вами. Девушка, не затрудняйте. Основание, чего основание? Я поеду на стоянку? Страховой, напишите мне за страховку поедем протокол. Напишите мне за страховку протокол. Уважаемая, выйдите с вас. Пожалуйста, напишите выйдите. Мне за страховку протокол. Напишу вам. Стоянку поедет, транспорт средства, стоянку поедет. На основании штраф, чего? Штраф завтра заплатите, потом заберите машину. Хорошо? Поздно вечером в ходе дежурства сотрудники дорожно-патрульной полиции задержали автомашину Lexus. Во время проверки полицейские выяснили, что женщина, управлявшая автомашиной, не имела при себе технический паспорт и страховку на автомобиль. Хозяйке Лексуса полицейские предложили проехать на штрафстоянку, но она следовать туда наотрез отказалась. Женщина позвонила кому-то на сотовый телефон, и вскоре мужчина привез к месту происшествия недостававшие документы. Тем не менее, полицейские заключили автомобиль на штрафстоянку. Теперь хозяйке Лексуса, помимо штрафа за нарушение правил дорожного движения, придется оплатить и расходы по содержанию автомашины на штрафстоянке.